Все мы родом из детства. По таким названиям прошла традиционная благотворительная акция Брестской городской организации Белорусского общества Красного Креста. В центре внимания 220 человек – дети-сироты с ограниченными возможностями, а также дети из опекунских семей и семей, признанных находящимися в социально опасном положении. Праздничное мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей. Это мы проводим ежегодно, и я хочу сказать, что мы достигаем своей цели, которую мы ставим перед собой, показать детям, что их любят, что они не одиноки и что о них заботятся. Такие мероприятия очень важно проводить в нашем городе, и особенно вот когда вторая у нас будет прогулка, эти дети с ограниченными возможностями. Им очень важно общение, потому что все-таки недостаточно у них общения. И вот детки, которые у нас на теплоходе, когда они уходят, они всегда спрашивают, а когда вы в следующий раз нас покатаете? Развлекательное театрализованное представление, песенные танцевальные конкурсы, задания на внимательность и, конечно же, сладкие подарки. Прогулка по реке Муховец на теплоходе Гродно была настолько яркой и запоминающейся, времени скучать не было ни минуты. Средства на проведение благотворительного мероприятия были выделены городской организацией, а также собраны благодаря копилкам, установленным в торговых точках нашего города. Студенты-волонтеры Брестского государственного университета имени Пушкина всегда принимают активное участие в подобного рода мероприятиях. Эта акция не стала исключением. Ребята признаются, самое главное в их деятельности – никого не оставить без внимания. Их будущее профессиональное призвание – помогать людям, тем более детям. Наш университет каждый год принимает участие во мероприятиях благотворительных, сотрудничает с Красным Крестом. И сегодня мы решили в День защиты детей подарить детям хорошее настроение, поиграть с ними в разные игры, подарить им подарки и провести время с ними. Дети вообще очень охотно участвуют в этом всем. Их легко заинтересовать. То есть можно просто предложить поиграть в какую-то игру, показать, что есть шары, и дети уже бегут и делают все, что захотят. Они отвечают на загадки, им это все нравится. У них хорошее настроение, они счастливы. Не пропустили праздники представители волонтерского клуба «Доброе сердце» Института третьего возраста. Яркие костюмы и хорошее настроение, которые дарили его участники, привнесли в двухчасовую прогулку свою изюминку. Я люблю сюда приходить, играть, помогать. То есть это заводит реализация внутреннего мира. Удалось создать праздничную атмосферу. Одному меч сделали, он кричит, дайте мне другой, потому что мне две руки, я буду, ну хорошо, две руки, шаров много, надуваем, делаем фигурки, всем нравится. Вам нравится здесь? Молодцы! Волонтеры-клоуны уже не первый раз участвуют в праздничном мероприятии, посвященном Дню защиты детей. Они моделируют шары, загадывают загадки, просто создают праздничную атмосферу. В целом, праздник, конечно, удался. Видно, что дети счастливы, дети радуются. И это очень хорошо, что это мероприятие носит традиционный характер. Потому что не все дети получают достаточное количество внимания, особенно это касается уязвимых категорий населения. Масштабно и незабываемо. Так отпраздновали Международный день защиты детей, первый день летних каникул все собравшиеся. Заряд хорошего настроения, приятные впечатления дети уж точно получили. Это мероприятие понравилось тем, что можно покататься, поиграть в различные игры. А что для тебя значит лето? Веселье. Купаться. Купаться можно. Было очень весело, всем все понравилось, раздавали шарики, было очень интересно. Когда мы передавали мячи, тогда мне понравилось, когда я выиграла, мне было приятно. А что для тебя значит лето? Отдых. Юлия Селюк, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук ТВ.